Сегодня будем клеить график работы в виде плоттерной порезки. Мы выставили нашу порезку по размерам равномерно с левого края и справа. Что мы делаем? Начинаем следующим образом. Отклеиваем по чуть-чуть нашу порезку до половины. Можно до половины, можно только небольшую часть. Кому как удобно. Заглаживаем подложку равномерно, так чтобы она нам не мешала. И потихонечку приклеиваем с подложки в разные стороны от центра. Есть, мы немножко начали. Теперь переворачиваем пленку наверх и отклеиваем теперь вторую часть подложки. Можно не полностью, можно частично. У меня есть вот такая лопатка. Вы можете использовать кредитную карточку. Приглаживаем по чуть-чуть, по сантиметру. Движение делаем слева направо и справа налево. Не прикладываем полностью, а немного оттягиваем от стекла на 10 сантиметров. Это делается для того, чтобы у нас на порезке не было пузырей. После того, как мы наклеили, нужно разгладить. После снимаем монтажную пленку очень медленно. По стеклу. Вот таким образом. Не вот так. Так тянуть нельзя. Вдоль стекла. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.